Всем привет, друзья, с ним мы продолжаем проходить Outlast. Это у нас Whistleblower, точнее, Осведомитель. Продолжение, то есть дополнение к Outlast. Давайте пройдем. Так, сложность. Нормальная, высокая, кошмарная, псих. Ну, в прошлый раз мы играли на нормальной, как мы выяснили. Давайте на высокой играть. У нас будет 5 батареек, и у нас будет немножко мобов побольше, точнее, они будут быстрее убивать. Ну и находить, и так далее. Окей, дополнение я чуть-чуть так поиграл вообще в начале. Больше я ничего не знаю, так что я думаю, будет не очень страшно. Ну окей, мы появляемся в какой-то комнате с каким-то челом. Я не знаю, как звуки будут, но я думаю, все будет классно. Если ждали эту серию, ставьте лайк. Да. Здорово. Вот как в стандартном Outlast'е нас поднимают, непонятно как сажают. Так, я играю на ультра настройках. Не удивляйтесь. Все четко. Графика самая крутая. Так, бери руки. Я не хочу, я уже открыл. Эй, не бей меня. Да, ты. Пожалуйста. Эй, что ты? Ты что, тупой что ли? Что ты делаешь? Ты ненормальный. Я типа здесь занят. Работники мерков. Причем живые, нормальные люди. Убили? Лизочек. Черт. О, камера. Точно такая же, как у нас. Кстати, Вэйл на парк озвучил тот самый Майлз Апшон. Ну, которым мы играли до этого. 2 часа назад. Это типа предыстория, что было до этого. Мы незнакомый, нужданный поклонник, постарайся его затягивать, они могут следить. Я 2 недели проводил консультации по верному обеспечению в психиатрических исследовательных мерках в Mount Massive. Меня заставили подписать кучу договоров и неразглашений, а сейчас я их глупо нарушаю. Ну и хрен с ними. А, уже не видно ничего. Ну, короче, это письмо, которое он отправлял Майлзу. Помните, в начале, когда мы играли обычный Outlast, у нас был документик с информатором. Кстати, отличный у тебя ноутбук, чувак. Только кнопок page up и page down у тебя нет. Ну ладно, это не надо. Вот. Здесь видишь, что ужасно. Я не понимаю. Не верю в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, что они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом знать. Нажмите, чтобы отправить имейл. Окей. Кто здесь? Мистер, отправляй, нажимай Enter. Да, отправил. Все, красава. Да, все, Майлз сейчас уже будет в пути. Итак, мы начинаем играть. Камеры у нас нету, все у нас отлично, 30 кадров в секунду, ничего не лагает. Ты здоровый, ты нормальный чел. Ты нормальный. Привет. Стой, подойди, посмотри. И ты здоровый, о боже, и ты здоровый. И ты здоровый. Здорово, вот я такой классный тоже, я Вейлан Парк. В кроссовочках моды. Да, вообще, кстати, очень на мои похожи. Ну ладно. Так, ты место не пропустишь. А ну, открывай. А, стоп, это то место, где нас, типа, Майлз умирал, он сюда и шел так вот здесь умирал, я его с спецназа стрелял. А это дом Майлза. Да-да-да, я спешу, конечно. Здорово всем, почему я здесь бегать не могу? Ладно, не могу так не могу. Давайте, на клавиатуру. Да, конечно. Печат. Так, System Error, ошибка 16, давай, сейчас исправим. Конечно, да, я согласен, да, конечно. Я у вас хакер местный, я так понимаю, я программист. Ну да, я же читал про Вейлана Парка, он программист. Кстати, мониторы Хелман, друзья. Секрет для первого Outlast. Ну, конечно, счастлив. Спрашиваешь меня такой. Сейчас подправим томографию, не волнуйся. Сейчас цифры напишу. Буковки тоже. Кстати, заметьте, здесь есть и английские, и русские. То есть на клавиатуре. Что это за лаги в субтитрах? О, Билли! Да, это Билли, потому что, ну, по идее, это последний, кто вселится в Валридера до того, как Майлз приехал. Ну да, это Билли. Completing Morphogenic Engine Software. То есть, короче, морфогенетическое функционирование. Здорово! Не, Билли, я тебе писать не буду, ты в итоге меня сына убьешь.
все, я тебя не буду спасать. Все, отвали. Hey, calm yourself. This is a high security. Почему я руки поднял? Ни к чему. Ладно. Ну, конечно, все в порядке. Я просто правильно, я просто не ожидал. Все, я все сажусь дальше. Не толкай только меня, пожалуйста. Да-да-да, я быстренько. Сейчас я напечатаю. Так, гейм мод один, да-да-да, все, ну, я креатив врубил, ага, все. О, вот у нас и камера работает. Здорово. Вот и Билли снабжают непонятно чем. Конечно, ему очень жалко, но все-таки потом он нас убьет. Ну, конечно, я могу идти, да-да-да, спасибо всем. Возвращайтесь в свой офис. Отличное задание, друзья. Просто отличное. Вот здесь Майлз у нас падал, здесь уже никого не было. Все работают, все заняты. Вообще просто супер. Ладно, мы идем. Можем бежать, прыгать, ура. Открываем дверцу. Здрасте. Здрасте. Здесь заперто, здесь заперто. Здесь тоже заперто, здесь... Ох, у меня прям можно дверь выбить. Ладно, я закрою ее. Ух, как ты ее закрываешь так уже, а? В дополнение добавили, что он ее тихо закрывает. Лоу, привет. Так, неожиданная встреча. Напал вниз. Держите руки, чтобы я их не видел. Хорошо, держу. Спасибо, что ударил меня. Что-то у меня вообще без звука было. Так, инженер программист, соглашение службы безопасности этого уровня закончился отличием водителя Беркли, но все еще недостаточно умен. Что-то у меня начало звук портится. Вообще без звука. Ребят, это суперский баг. У меня должен был только что быть звук, как у меня ноутбук полетел, только что разбился. Но его не было. Я не тупиц. Что ты меня обзываешь? Я нормальный, я только отправил Майлзу письмо. Сейчас он приедет и снимет, и все, и вы все будете в тюряге сидеть, да. Я не говорил такого, вы что? Я не говорил, я не соглашался. Не-не-не. Нет, конечно. Я вообще не-не-не, я не. Ладно, я буду в потолок смотреть. Все, я на вас обиделся. Сами решили, я его в потолок. Да что со звуком-то? А ну стой. Короче, надо перезаходить, потому что этот звук. Он меня убьет. Звук опаздывает, меня бьют. Whistleblower написано, осведомитель, но я не... Звук, короче, что-то со звуком. Надо перезайти обязательно. Ну давай, ну что ты? Пожалуйста, только скажи, что звук... А, все нормально, отлично, звук прогрузился. Что это за лаги, я не понял. 20 кадров. Ладно, может так и надо. Блин, ну сейчас очень ярко все стало. Я попытаюсь выпускать серию как можно чаще, каждый день возможно будет. Я не знаю. Че я босс, я не понял. Где мои кроссовки можно? Билли! Да не пугайся, Вэллон, этого Билли знает как свои 5 пальцев. Или как Майлз свои 4. Все, вставай. Фу, о. О. Камера ведь точно такая самая. Так, друзья, у нас что-то со звуком. А может уже все нормально? Давайте почитаем заметочки. Что он там оставляет? Нет, N. Не, я не буду, конечно, это читать, если я умру. Я облажался, о боже, где я? Наверное, прошли часы или даже недели. Мозг набит электричеством. Они заставили меня смотреть на двигатель на морфогенетического кондиционирования. Нужна помощь, нужно позвать на помощь. Лиза, прости меня. Даже если я умру, я знаю, ты найдешь меня. Короче, вот так можете почитать. Мы с Outlast'а уже не читаем, вы мне сами сказали. Куда мне идти-то? Кстати, камера точно такая самая, и батареек у нас 0 из 5. Она нормально у нас здесь. Все правильно, я все так и вычитал. Кстати... Прошу заметить, у Вайлона есть все-таки жена, а у Майлза нет. О, баг, друзья, что это отражается? Я уже нахожу баги сразу. Спасибо, что ты освободил меня, дай 5. Ладно, не надо, у тебя руки тупые. Итак, ну что, начинаем пугаться. Я говорю, здесь все построено тупо на катсценах, поэтому ничего такого не будет страшного. Так, ну здесь ничего нету.
Однозначно. Ничего. А, нет, стоп, есть батарейка. Все отличненько. Значит, идем мы сюда. Это будет неплохо, я хочу больше. Не, не надо, чел. О, привет. Ты, без наблюдателей, заходи. Фу, да запросто, сейчас приду, подождите, ребят. Ё-моё. Билли, осторожно, не надо. Все, Билли, спокуха. Надо, я... Кстати, да, вот что на самом деле было. То есть, когда Майлз смотрел в телевизор, у него такой, типа, Билли появился, знаете. Это, так сказать... ну, не знаю, что это такое, но, в общем, это какой-то гипноз. Заходим. Здорово. Привет, что закрыл за мной... привет. Спасибо, что закрыл за мной дверь. Дай я пройду. Кстати, что это у тебя? О, боже, ну ты недоработанный. Да, бери нож, прорежка нашего друга, прикрась ручки красные, всегда произвожать свою личность, если держать это все себе слишком долго, может что-нибудь сделать. Ну, давай. Ну что ты, ладно, я это сниму. А может и нет. Тут ты слишком жесток. Ты слишком жесток. Не надо так. Выбирайся, пока я не приду. Да запросто. Дайте мне только пройти. Как там? А, ну все, ты не дал пройти. Красава. Бежим и бежим. Я ничего не... ничего себе у тебя удар. Ничего себе, ты меня убил. Да, если честно, я такого не ожидал. Не ожидал такого событий. Таких мрачных событий. Они убивают на высокой довольно. Так, пока он там на меня смотрит, давайте-ка быстренько зайдем. На тебе. Куда там бежать надо? О, здорово. Так, закрываем двери. А, они сами закрываются. Куда там идти? Вот сюда. Ну, тут уже вообще нам облегчили все только... Что только можно облегчили. Кстати, интересно, баги с этим работают? С вентиляцией или нет? Можно будет посмотреть. Если не доберутся с того времени, нужна помощь прямо сейчас, или мы сможем связаться с ними по радио. Национальная гвардия могла бы быть здесь через... Мы даже не знаем, работает ли радио. Это коротковолная связь. Если в тюрьме лично с них сигнал. Если есть, если вы давай, Сэль, доберитесь до радио в тюряге. Ну, в общем, нам нужно в тюрягу. А тюряга... Тюряга находится далеко. Что мы там записали? Ну, стой. Здесь есть радио, в этой тюрьме коротковолная. Если это, короче, читайте, если вам интересно. Мне тоже интересно, но вы сказали, что не читать. Окей. Стоп. Кто это здесь? О, братан, здорово. Поможешь мне? Нет, не поможешь, потому что ты тупой, не умеешь ничего делать, и потому что только я в Айланд Парк. Ё-моё, Билли, драсть. Хотя ты указал мне даже правильный путь. Нет, ты указал ты мне правильный путь. Да куда мне-то идти? Помоги, пожалуйста, я доктор, мне нужно домой к моей вне охраны. Я просто пациент, как и вы. Ну хорошо, поможем тебе. О, здорово. Чё? За что ты его так? Не надо. Не, ну это сказки. Ты не можешь его один раз ударить, и он уже мертв. Нет. Вранье, я не верю, Red Barrels. Черт, ублюдок. Я никогда не видел умирающего человека. Конечно, не видел. Но теперь ты увидел. Побежали. Че, я двери открыть не могу? А, значит, только что я их не мог открыть. А вот только... Билли, успокойся, пожалуйста. Я понял. Двери, черт побери, двери нельзя. А куда же здесь тогда идти? Здорово, Билли, ты меня не ударил. Молодец, Билли, я верю в тебя. О, черт, а теперь ты меня ударишь. Ну ладно, куда нужно бежать? Сюда что? А, влип! Нет, друзья, пока вообще не страшно, если честно. Еще один идет. Стой, я, может, успею. Не, ну ты красавчик, закрыл прямо передо мной дверь, еще взял, загородился. Так, документик. Документики. Так, мисс Грант, конечно. Мисс Грант, это кто? Это жена Вайлона вроде, я не знаю, кто это. О, выход. Ну, я вообще сегодня про. Наверное, потому что сначала начал проходить, а потом забросил. Так, ну ладно, пойдем дальше. Что здесь такое? Здесь у нас обычная, стандартная, всеми стандартная, всеми любимая. О, трупики. Борщик варится. А может и нет, но все равно.
О, кто это там? О, не лагай. А вот вас не надо так. Что это за чел? Здорово, чел. Я думаю, ты хороший, потому что ты реально хороший. Воу. Воу. Не, ну, если честно, я такого не ожидал. Но ты вообще... Не смотрите на нас. Я люблю его, ваше наказание. Какое мое наказание? Что ты можешь еще мне предложить, кроме как... понятно. Не на кухне каннибала, не проси показывать мое тело, Лиза, после моей смерти, когда ты закончишь судебный процесс против армии юристов, корпоративных наемных убийц Мерков, после того, как сможешь заглядеть все это видеозаписи, не заставляй их показывать мое тело, просто похорони или сожги, пусть мои сыновья запомнят меня целиком. Ну, в общем, понятно. Читайте, читайте, я пошел дальше, и на этого каннибала обращать внимание не собираюсь. Дедушка, ты красава, респект тебе вообще. Не, слишком быстрое мне какое-то прохождение, спидран какой-то вообще. Ну, я не знаю, почему я так решил проходить быстренько. Вообще нужно батарейки экономить, их у нас мало. Так, сделаю это, я думаю, здесь безопасно, можете взобраться. Эта дверь откроется, если снять наручники. Ну как я сниму наручники? Ну как, ну я не могу. Не, ну кто умудрился запереть его вот здесь? Вообще красавчики. Да давай, что ты. Кстати, тени, тени-то здесь нет. Тени этой штуки нет. Супер. Логика. Воу, воу, воу. Это кто? А, это ты? Ё-моё. Бежим от этого каннибала. Где он там? За мной бежит? Красава. Куда там, куда там, куда там, куда там? Сюда, допустим. Забегаем и закрываем в двери. И сюда, допустим. Так, куда там? Ага, во. Все четко, я от него уже скрылся. Вообще можно было батареечки поискать, ну что-то. О, здоровчик, дай 5. Нет, не дай мне 5. Позволь мне, пожалуйста, мне просто. Я хочу рассказать тебе. Я хочу помочь тебе. Да не надо мне твоей помощи, отвали. Я хочу сам бегать, я в Эйлен Парк. Я модный, я крутой. Заходим, значит. Здесь у нас ключ. Как ни странно. Ключ от наручников. Друзья, вы прикиньте. Ключ от наручников. Ты мой друг, конечно. Я 100% твой друг. Перед батарея. Блин, как я все на... Прям, не знаю, сразу на ладони все находится. Все нахожу. Так, кто мне двери выбил? Ладно, неважно. Кто, где, в общем? А где он, в общем? Ладно, неважно, он где-то там. Кстати, музыка такая, знаете, только ему сопутствует. Смотрите, там двери, оказывается, открыты были. Ну ладно, ладно, этот каннибал еще скажет, что мы ему заплатим, а в итоге нам ничего не сделает. Итак, на ощупь мы идем, открываем двери, значит, здесь должна быть батарейка, наверное. Ну, в любом случае должна быть батарейка, потому что такая дверь и без батарейки, это как-то вот на этом месте она бы смотрелась очень даже неплохо, но я на самом деле не. Все логично, все супер, все отлично. Что это было? Кто-то двери выломал. Окей. 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 Да. Что я пройти? Боже, как я что, застрял, что ли? Йоу, я застрял. А, нет, не застрял. Нет, застрял. Стоп. А, вот как. Чего я так туплю? Воу. Этого я не ждал, если честно. Не смей. Камеру себе. Какое твое мясо, я не мясо. Каннибал, прекрати. Правильно, не трожь меня. Что готовь, объясни мне. Это он вообще. Ой, FPS понизилось-то как. Давай. Давай. Нас уже начинает убивать. Быстрее. Есть. Фу. Выбрать. Да не буду я твоим, успокойся, дедуль. Что здесь за комната? Что это за частицы вообще? Знаете, как в Майнкрафте возле бедрока какие-то частицы, и здесь то же самое. Так. Что надо делать дальше? Надо лезть? Нет, не надо лезть, надо смотреться. Воу. Место освещения. О, документ. Документ. Да, не стал лгать, конечно. Вы почитали, надеюсь. Надеюсь, этого чувака не будет.
на лестнице. Кто-то упал. Кто-то упал. Так, короче. Вистлблоуэр сложнее тем, что здесь куча головоломок. Хотя они легкие, по идее. Куда здесь? А? Сюда? Да. Нет, сложная конструкция, сложная. Да ну. О. Билли, здорово. Куда опять? Не сюда. Да что со мной опять такое? Что ты с ним? Галлюцинация сплошная. О, провалился. Так, сюда нельзя. Значит, сюда можно. А, сюда можно. Пойдемте мы сюда. Батареек. 3 из 5 батареек. На высокой уровне сложности это просто супер. Идеально. О, вот этот чел с чем он? С пилой. Он рядом. Интересно, где? А, ну ладно. Где-то здесь. Воу, 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 привет. Привет. Привет, мясо. Убил, короче. Придется бежать еще разок. Мое ты мой, я тебе твой. Он меня очень ударил, босс. Он с 2 ударов. Да не, он медленный, в общем. Куда бежать? Двери, не двери. А, вот здесь можно прописать. Отлично. Спаслись. Нет. Я обратно пошел. Нет, не пошел. Так, короче. Идет сохранение. Врываемся. Теперь ты видишь меня, видишь меня. Это документы. Так, различные эффекты. Так, это вы можете все почитать, если вам очень интересно. А я иду дальше. Брать батарейки, если они вообще здесь попадаются. Не, ну, Whistleblower не страшный. Вообще. А хотя этот момент был довольно-таки страшный. Ну, так себе. Так себе, так себе. Выключи, выключи газ, пожалуйста, я не могу. Отключите газ, чтобы получить доступ к шлюзовой камере. Окей. О, батарейк. Так, бери ты. Батарейк. Ну ладно. В следующей серии пойдем туда. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, а также подписывайтесь. Вторая серия будет скоро. Все, всем пока.